Всем привет, друзья! Меня зовут Глеб, вы на канале Шара Геймс, и сейчас я покажу вам, как скачать PUBG Lite. Поехали! Для тех, кто не в курсе, PUBG Lite — это облегченная версия того самого PUBG со Steam. Но он распространяется отдельно, независимо от Steam, и это вообще отдельная игра. PUBG Lite — это некий порт с мобильных устройств, поэтому он весит немного, нагружает систему по минимуму и даже на слабых ПК работает отлично. И для того, чтобы его скачать, вам нужно просто перейти по ссылке в описании, где вы попадете на официальный сайт. Здесь, если у вас не русский язык, нужно вот здесь выбрать тот язык, который вам нужен. Русский, английский и так дальше. Нажимаем кнопку «Загрузить». Здесь показывают системные требования, минимальные и рекомендуемые. И как мы видим, они очень-очень низкие. Поэтому даже на слабых ПК она будет работать отлично. Чуть ниже нам показывает, какие программы нам нужны будут для корректной работы игры. Если у вас какой-то не хватает, вы можете докачать ее здесь. Также еще ниже вы можете докачать драйвера для вашей видеокарты. Если у вас от NVIDIA видеокарта, если от AMD и если от Intel у вас графический процессор, вы можете скачать все здесь, не уходя далеко. Ну а мы скачиваем сам лаунчер. Нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем место установки, в моем случае это диск D. После небольшой загрузки открываем файл, который мы скачали, нажимаем ОК, и здесь все по стандарту, как обыкновенную игру устанавливаем. Дальше я принимаю условия, дальше выбираем папку, в которую игра будет установлена, в моем случае это диск D Games, нажимаем ОК, дальше создать на рабочем столе иконку, да пожалуйста, дальше и установить. Все, таким образом у нас установился лаунчер игры, но не сама игра, поэтому вот здесь стоит галочка «Запустить лаунчер». Мы нажимаем «Завершить», и в это время запускается сам лаунчер игры. И для того, чтобы начать игру, нам, естественно, нужно зарегистрироваться. Вы можете использовать электронную почту и пароль для того, чтобы залогиниться, но также вы можете использовать любую соцсеть — Facebook, ВК, Twitter или любую Google почту, что выберу я. После того, как мы залогинимся, включается лаунчер, здесь показывает наш аккаунт, и вот здесь стоит английский язык. Если у вас также, то вы можете легко сменить это на любой другой язык, вот здесь. И после того, как мы сменили язык, нам нужно установить саму игру. Нажимаем огромнейшую кнопку «Установить» и ждем, пока игра у нас скачается. Весит она всего 3 гигабайта, поэтому это будет быстро. Ну а пока она скачивается, я скажу, что PUBG Lite — абсолютно бесплатная версия, и любой желающий может ее скачать и начать играть. Ну а после установки мы нажимаем кнопку «Начать играть» и погружаемся в мир PUBG Lite. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. С вами был Глеб, и до встречи в следующем видео.